Вестерлунд-1 – богатое собрание звездных бриллиантов в южном созвездии Жертвенник в зоне избегания. Скопления скрывают звезду-гигант Вестерлунд-1-26 на расстоянии в 15 тысяч световых лет, радиусом в 1500 раз больше солнечного и светимостью в 380 тысяч солнц. Помести ее в центр Солнечной системы, и она поглотит Юпитер. Согласно классической звездной астрономии, звезды распухают до таких чудовищных размеров в конце своего жизненного пути, чтобы потом сбросить оболочку и оставить свое ядро, буйную горячую звезду типа Вольфа-Рае. Вестерлунд-1-26 – это титан красного угла гигантов диаграммы Гершпрунга-Рассела с классическим классом М6 и температурой поверхности в 3000 Кельвин. Больше не нужно. Основное излучение все равно идет в инфракрасной области спектра. Зона избегания вырезает своей пылью большинство этого излучения, и нам достаются его жалкие остатки, которые различить в общем свете молодых и горячих бриллиантов скопления весьма непросто. Но астрономы славные ребята, небо их дом, и задание по его отысканию и описанию было выполнено успешно. Плотность этого шарика газа такова, что начинает теряться граница между собственно звездой и водородной туманностью. Через него на просвет вполне могут быть видны звезды фона. Через какое-то время оболочка уйдет совсем, а раскаленное и бешеное ядро температурой в миллионы градусов начнет готовиться к празднику – взрыву сверхновой.